Ведь раньше говорили так и про чеченцев. Ведь чеченские проблемы тоже были какие-то далекие. Ведь когда нас там мочили в сортирах, это тоже казалось, да, пусть чеченцы там, пусть их мочат. Но все это пришло в конечном итоге на улицы российских городов. И все то, что делали над нами, стали делать над обычными россиянами. Я, наверное, начну этот эфир с одного ролика, который я сегодня увидел на одном из кадыровских пабликов, и который меня, ну, заинтересовал, показался мне очень интересным, странным и возмутительным. Давайте для начала его посмотрим. Хотел взорвать Москву, привлек 4 человек в баяту на присягу Абу-Бакру аль-Багдади. Мы хотели взорвать отдел полиции на улице Профсоюзной и школу. Но мы выехали за бомбой. В дороге за нами преследовали сотрудники правоохранительных органов. Мы не доехали, и они нас задержали по дороге. Как бы в содеянном раскаиваешься? Да, искренне раскаиваюсь, и больше такого никогда не повторится. Очень искренне раскаиваюсь перед всеми, извиняюсь, и больше такого не повторится. Ну, я думаю, здесь невозможно не заметить, что этот парень читает. Все, что он говорит, он читает. И причем видно, что он плохо читает, прям как я, как-то запинается. То есть ему написали текст, посадили его, чтобы он его зачитал. И все бы ничего, если бы он зачитывал не признание в собственной вине, в собственном преступлении, причем очень тяжком преступлении. Он признается в том, что он присягнул на верность террористической организации, признанной во всем этом мире террористической, и что он собирался там что-то в Москве взорвать. И это все он зачитывает, и эта съемка, она оперативная, его снимают сотрудники российских правоохранительных, в кавычках, органов. Это настолько возмутительно, мне кажется, что нацистская Германия, она больше заморачивалась над тем, чтобы скрыть свои преступления, чем сегодняшняя Россия. Гораздо больше, мне кажется, они уделяли вот внимание таким деталям, чтобы их не спалили, чтобы их преступления не были вот так вот разоблачены. Когда они совершали эти массовые убийства людей в своих концлагерях, вот я почему-то убежден в том, что они больше заморачивались над тем, чтобы скрыть свою ответственность за эти преступления. Эти просто берут рандомного человека, не россиянина, как я понимаю, а иммигранта, или как их называют сейчас, гастарбайтеры. Сажают его перед камерой, пишут ему текст, отвратительный просто. И даже без какой-либо подготовки, то есть ему не дали его заучить, ничего подобного, его посадили, заставляют его читать. И я убежден в том, что он даже не знает этих слов. То есть, если бы он говорил бы своими словами, он этих слов, таких как правоохранительные органы, он да никогда бы он такого даже и не сказал. Он не знает этих слов, он не владеет нормально этим языком. Настолько это, ну, явно, настолько это нагло, что даже и не хватает уже какого-то возмущения этим, возмущаться этими моментами. Ты как-то смотришь уже, это воспринимаешь. Ну да, вот в таком мире мы живем. Но это на самом деле настолько отвратительно, что подобные вещи происходят. Весь мир, все россияне это просто проглатывают. Ведь все, кто это посмотрел, все поняли, что это явная постановка. Что этот парень зачитывает, это понял любой, это школьник поймет российский. Но все это просто пройдут мимо этого, скажут, да ладно, что там, это какой-то очередной там приезжий из Средней Азии, а пусть будь что будет. Но, и значит, ведь раньше говорили так и про чеченцев, ведь чеченские проблемы тоже были какие-то далекие. Ведь когда нас там мочили в сортирах, это тоже казалось, да, пусть чеченцы там, пусть их мочат. Но все это пришло в конечном итоге на улицы российских городов. И все то, что делали над нами, стали делать над обычными россиянами. Эти пытки электрошокерами, там,
током и так далее, избиение, фабрикацию уголовных дел, просто за репост сажать. Это все теперь пришло на улицы российских городов. И вот эти вот вещи, если их вот так просто пропускать, если российское общество не будет на это реагировать, они тоже придут. Придут к вам в дом вашей, на улице ваших городов. И сегодня это там приезжие со Средней Азии, а завтра им окажется обычный житель Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставрополя, обычный русский или не русский парень, но россиянин. В общем, это возмутительно. Надо все-таки как-то, наверное, реагировать на такие вещи. Не только когда Голунову что-то подбрасывают и сажают его в тюрьму. Да, его отстояли, это очень хорошо, но подобных моментов очень много. Есть Абдул-Мумин Гаджиев, который сегодня сидит в российской тюрьме по абсолютно сфабрикованному делу. Точно так же белыми нитками все сшито. Понятно, что парня просто закрывают. Но и да, его пытаются отстоять. Есть там коллеги, просто небезразличные люди, которые выходят на пикеты, освещают эту проблему. Да, хвала Аллаху, они есть. Но это значительно меньше того, что должно быть. Это несравнимо с тем, что было, когда арестовали Голунова. Если на каждого, на каждую ситуацию так не реагировать, то в конечном итоге это придет. Голунов тоже ведь не просто так вот это случилось с Голуновым. Это была вереница событий. То есть вот это происходило, это практиковалось, и в конечном итоге это применили на Голунове. И вот тогда общественность отреагировала. Это хорошо, его отстояли. Но на остальных тоже надо как-то реагировать. Томсо, что должны сделать власти Чечни, чтобы ты прекратил все это? Заплатить мне 100 миллионов долларов. Кстати говоря, по поводу заплатить и властей Чечни, я думаю, скоро будет интересная информация по этому поводу. Как там ты говорил, Даудов? Я жду кое-чего, ты мне говорил. Да, вот я тоже жду кое-чего. Точнее, я жду того, чего ждал ты. Я жду, когда ты сделаешь этот ход, и вот на твой ход у меня будет тоже очень интересный ответ. И там будет упоминаться по поводу заплатить, когда власть Чечни платит. Очень интересный будет момент. Это такой небольшой спойлер. Чего бы ты ни говорил, Кадыров неплохой, он много хорошего тоже делает людям. Воистину хорошие дела стирают плохие. Гасан Асадуллаев. Хорошо тогда. Давай. События в Афганистане влияют на Чечню? Ну, как влияют? На Кадырова влияют. Он сначала говорил, что там шайтаны они. А сегодня он вдруг заявил, что... Ну, в таком ключе высказался, типа, если там они все нормально будут делать, то, типа, нормальные ребята. Что-то такое. Как думаешь, те 3%, которые не проголосовали за Рамзана, уже извинились, это не 3%, это было 0,03%. 99,7% за Кадырова, 0,3% против. 0,3% это, ну, это, видимо, я и там несколько моих друзей.